Главный механизм бизнеса – это умение создавать спрос. Запомните, вот создавать спрос большую роль играет. Много людей не умеют создавать спрос, поэтому у них бизнес не идет. Мне задают вопрос иногда, Давлатов, у нас хорошая продукция, классные вещи, ну продажа слабая. Это потому, что они не умеют создавать спрос. Нету маркетинга. Правую руку поднимем, повторим за мной. Если у вас нету маркетинга, бизнес все равно умрет. Если вы сейчас прибыльны, медленно будут умирать. Вы меня поняли, да? То есть, если у вас не будет маркетинга, я гарантирую, бизнес все равно умрет. Но если вы даже сейчас прибыльны и номер один, просто медленно умираешь. Все равно умрешь. Потому что без маркетинга далеко не пойдешь. Очень важно научиться создавать спрос. Хорошо? И постоянно маркетинг. Постоянно изучать. Постоянно создавать спрос.